На московской печатной фабрике в филиале АО «Госзнак» идет процесс печати бюллетеня для голосования на предстоящих 18 марта выборах президента Российской Федерации. Три машины работают в две смены, отпечатывают 32 тысячи готовых бюллетеней каждый час, сообщает российское информационное агентство «Новости». Накануне секретарь Центральной избирательной комиссии России Майя Гришина сообщила журналистам, что избирательные бюллетени для проведения президентских выборов уже отправлены в печать. Также назначена дата их получения, для которого пригласили самих кандидатов. Ранее в ЦИК сообщали, что фамилии всех кандидатов, согласно российскому законодательству, будут располагаться на листах для голосования в алфавитном порядке. Сергей Бабурин, Павел Грудинин, Владимир Жириновский, Владимир Путин, Ксения Собчак, Максим Сурайкин, Борис Титов и Григорий Явлинский. В Центре избиркоме также уточнили, что информация о каждом кандидате будет занимать в бюллетенях одинаковое пространство, независимо от количества сведений о каждом из них. Бюллетень для голосования выглядит стандартно. В шапке обозначен повод для проведения голосования, выборы президента Российской Федерации и дата его проведения – 18 марта 2018 года. Ниже следует разъяснение о порядке заполнения избирательного бюллетеня. Как обычно, избирателю необходимо поставить любой значок в квадратике справа от фамилии понравившегося кандидата. Если отметка стоит сразу напротив двух фамилий, бюллетень будет признан недействительным. Далее располагается непосредственно список кандидатов и сведения о них, дата рождения, место проживания, род деятельности и партия, от которой был выдвинут кандидат. Если кандидат идет на выборы самовыдвиженцем, это также указывается.